Так, в аквариуме еще рассвет, поэтому вот такая синева. А погончика выпустил маленького, сразу убился в стаю. Сейчас выпускаю ежа. Черно-белый еж, диадема. Выпускаю таким методом, то есть не беру его, чтобы не травмировать, потому что присоски у них отрываются. Пусть он сам вылазит. Адаптирую креветку доктор. Сейчас температура воды выровняется. Потом смешаю водичку со своей. И готово. Буду выпускать. Ежик уже убежал. Уже по дну. Сейчас стоит. Так, таким же методом креветка боксер, выравнивается у нее температура, и буду ее пересаживать сразу уже, смешаю водичку, буквально пару минуток, и потом буду ее отсаживать уже в аквариум. Так, перевел хирурга, подплыл сразу Хелман, начал показывать, кто в доме хозяин. Вот он вздыбился. Сейчас там зебрасома, тоже должен показать свой характер. О, уже показывает. Так, ну надеюсь, буду дружить. Будет все хорошо. Зебрасому карантинить не стал, потому что рыба уже давно откарантинена. Давно живет в системе, раскормленный, здоровый, бодрый. Поэтому я его решил не переводить. Просто его, в смысле не карантин, не просто его перевел, и все. Ну, будем наблюдать, буду показывать. Так, выпускаю креветочек, они перевелись. Так. Вторая. Вот такой прикольный боксер с синим телом говорящим. Посмотрим, как на него отреагирует мой боксер. Надеюсь, он его пополам не порвет. Он маленький очень для него, конечно же.